Если у вас балансированное питание, вы ведете активный образ жизни и, возможно, даже занимаетесь спортом, но, тем не менее, борьба с лишним объемом в области живота и на бедрах не дает желаемого эффекта, попробуйте дерматологические и медицински проверенные средства по уходу за телом, которые смогут помочь добиться результата. Я советую именно Алготерм. Это очень натуральная косметика, для которой активные вещества берут из морских растений, морской воды, водорослей. Она воздействует на функции нашей кожи очень мягко, не агрессивно, благодаря такому свойству, как биосходство. Ошибочным является мнение, что согревающие средства для тела предназначены только для тех женщин, у которых чрезмерно большой лишний вес. Конечно, это просто уважение к своему телу. Нам это тело было дано, и нам надо его поддерживать в хорошей физической форме. Да, от меня это требует тренировок, и не только тренировок. Я усиливаю эффект этими серумами, и да, результат есть. Для успешной борьбы с целлюлитом нужно вначале тщательно очистить кожу и подготовить ее к нанесению выбранных продуктов. Для этого Алготерм создал отшелушивающее мыло для тела. Оно очень нежно очищает кожу, таким образом подготавливая к следующим продуктам Алготерм. В его составе есть комплекс Алгосилуэт, которые уже начинают бороться с проблемой целлюлита. Когда кожа очищена, она готова к приему серума Алготерм для стройности. Об этом продукте можно сказать, что это спорт в тюбике. Использовать его можно как утром, так и вечером, но очень хорошо его применять перед занятиями спортом, так как он сам по себе имитирует тренировку, в результате уменьшая жировые клетки, укрепляя эластин и коллаген, делая кожу более гладкой. В косметическую линию продуктов Алготерм для похудения входит также стойкий крем, который работает на укрепление эластина и коллагена. А те, кому не нравятся кремы, могут использовать сухое масло. Насладитесь богатствами морских глубин, побалуйте свою кожу продуктами Алготерм из экстрактов морских растений, чтобы встретить это лето красивыми и счастливыми.